замечательный спектакль. Очень важно, что из глубины веков подняли этот сценарий, вспомнили победу под Синопом. Сейчас непростое время, всем нам хочется победы. Там тоже жители Севастополя, военные моряки, ждали победы. Она случилась, и мы надеемся, что у нас в нынешнее время тоже скоро будет победа. Все военные, они все патриоты. По-другому нельзя на военной службе быть. Важно этот спектакль показать детям на опыте этого спектакля, опыте прошлых лет, воспитывать наше подрастающее поколение, жителей, маленьких жителей города Севастополь, чтобы они стали патриотами.